Задачи не выдуманные какими-то кем-то выдуманные, это насущная задача для наших предприятий. Несколько напутственных слов от ректора, и работа закипела. Студенты технических специальностей объединились в команды и приступили к решению сложнейших задач. По увеличению работоспособности машин и энергоэффективности предприятий. Нам отправили ссылку на то, что есть вот такой конкурс. Мы посмотрели задачи, поняли, что мы вытянем это. Все эти задачи такие разнообразные. К сожалению, по нашей специальности всего лишь одна задача. Мы ее сильно подготовили. Поняли даже, что вот сейчас энергетиков тут нету, можно ее сейчас даже применить, как наш козырь. Мы решили просто собраться командой и поехать, мол, поучаствовать. Дискутировали, спорили, отстаивали свою точку зрения. Конкурсантов оценивало профессиональное жюри. Сотрудники предприятий и научно-исследовательского института. Они слушали, комментировали и давали совет. Такой формат взаимодействия для студентов бесценен. И мы поставляем кадры для предприятий машиностроения, химии, строительства, энергетики. Наверное, мы технари, нет таких предприятий, где бы не работали наши выпускники. И поэтому мы ответственны с вами и за экономику нашей страны. По итогам всех выполненных задач на пьедестал почета поднялась команда студентов из Кузбасса. Второе и третье места достались командам Алтайского политехнического вуза. Ректор университета Андрей Марков предложил в следующем году провести турнир специальности на площадке одного из алтайских предприятий, что позволит студентам решать непростые задачи на самом производстве. Валентина Аскерова, Михаил Филиппов. День с толком.